В Германии продолжают расследование причин лобового столкновения пассажирских поездов. Вместо ЧП очищают от обломков, чтобы в полной мере изучить ситуацию и смоделировать сам момент катастрофы. Сообщается, что черные ящики обоих составов найдены, их данные сейчас анализируют специалисты. Еще накануне была популярной версия человеческого фактора в трагедии. По неподтвержденной информации, столкновение могло произойти из-за того, что работник железной дороги открыл систему безопасности, чтобы один из поездов мог догнать график движения. Однако в немецкой полиции категорически опровергли такие предположения и назвали их чистой спекуляцией. Напомню, авария произошла в Баварии около Бад-Айблинга, курортного городка в 60 километрах от Мюнхена. Поезда врезались, когда ехали на скорости примерно 100 км в час. Погибли 10 человек, 80 пострадали.